Также на карте, ребят, вы можете встречаться с обелисками. Чем больше обелиска вы будете посещать, тем больше вы будете открывать карту. Начинаем посещать карты загадки, и смотрите, здесь уже опознавательный знак, что где-то рядом с водой. Это то есть возле синего игрока, и с каждым посещенным обелиском мы будем с вами открывать все больше и больше. Чем больше обелисков на карте будет, тем больше будет и участков, которые надо будет открыть. Иногда Грааль открыт уже на предпоследнем участке, но сейчас он у нас открывается только на самом последнем. Смотрите. Чуть левее от воды там будет два таких опознавательных знака на карте. Вот немножко под ними справа. То есть это у нас синий игрок сможет вполне заняться сейчас раскопкой этого Грааля. Вот у нас вода. Вот у нас есть один опознавательный знак. Здесь мы можем с вами построить смотровую башенку. И часто при захвате башни эта смотровая башня строится, чтобы определить, где что находится. Справа впритык одна будет, а над ними две выше. Вот давайте здесь посмотрим, где справа впритык. Справа впритык вот у нас виднеется. Значит, где-то вот здесь вот надо начинать раскопки. Для этого надо сначала выстроить своих героев здесь, потому что они смогут копать, когда они будут полны сил. Далее дожидаемся следующего дня. И смотрите, нажимаете на кнопочку «Копать». И вот, смотрите, здесь ничего не произошло. Копаем вторым героем. Ничего не произошло. Третьим. Тоже ничего. Четвертым. Тоже пока что не повезло. Ну, через пару-тройку клеток наискосок вниз там. Дарамиф тоже чуть ниже. Копать они сейчас не могут. Делаем копок. Ничего. Копок, ничего. Еще копок, тоже пока не везет. Попытайтесь искать на открытой местности, нам говорят. А, мы остались на том же месте. Лол. И вот, смотрите, делаем копок. После чего достается Грааль. Попробуем с вами проверить небольшой лайфхак. Для начала посещаем обелиски, чтобы узнать, где находится Грааль. С каждым обелиском все больше и больше территории открывается. Так, мы видим, что это в подземелье. И находится Грааль раз, два, три, четыре клетки снизу. Опознавательные знаки — это между... Он находится... такой погрешностью, которая находится на две клетки снизу, и погрешностью, которая находится одну клетку снизу. Поэтому всем надо будет бежать именно туда. Также не мешало бы нашим героям передать будет архов, но перед этим все наши ребята уже направятся в подземелье. Все, целька после этого нам особо не нужна. Покупаем и смотрим. Еще раз проверяем. Такая маленькая погрешность. Один снизу типа. И хорошая погрешность. Тут один и наискосок. И тоже один и наискосок. Вот есть один и наискосок. Сложновато. А, вот, наверное, вот один наискосок, и вот один наискосок. Два раза тогда. Раз, два, раз, два. Да, похоже на то. Получается от этого один наискосок. Раз, два, три вправо. Раз, два, три вверх. Раз, два, три вправо. Раз, два, три. Вот сюда надо ехать. Ну вот мы сейчас туда своих героев, в принципе, и попробуем направить. Все на разных разгонах. Итак, смотрите, для ночевки теперь даем каких-то быстрых существ. Феечки. Ну хотя давайте попробуем даже на феечках. Хотя шестая, третья нет. Давайте на архах лучше попробуем переночевать. Итак, наступает следующий день. И Бриссой делаем пару шажков. Типа она на этот день ходила. Все, у нее шагов меньше. Уже не 2000, а 1800. Поэтому теперь Гриндан дает очень медленное существо. С этого момента игра должна считать, что Брисса ночевала не на архангелах, а на зомби. И типа очков перемещения у нее и так выше крыши, больше, чем надо для капка. Но капок не получается. Гриндан возвращает армию на Бриссу. Брисса все равно не может копнуть. Дело в том, что когда мы нажимаем с вами «Копнуть», у нас не получается копнуть по очень простой причине. Если мы передаем зомби с третьей скоростью, тогда у нас должно остаться 1500 мувпоинтов. В этом случае у нас очки перемещения должны будут пересчитаться, да? А в нашем случае нет. У нас 1800 очков перемещений, и сделать 1500... и стать на эту же клетку у нас, судя по всему, не получится. Раз, два, три. Раз, два, три. Да. Ну, мы можем, в принципе, копнуть с вами мимо. Какая разница, правильно? То есть, смотрите, отдаете зомби. После переданного зомби должны сделать столько, сколько надо под разгон шагов, да? То есть 1500 мувпоинтов. Итак, ходим вверх. Стало 1700. 1600. И делаем 1500. Вот сейчас только мы должны копнуть. Вот, смотрите. Только дважды кликнув по герою, только после этого нам предложили: вы действительно хотите потратить целый день на раскопки? И мы с вами нажимаем «Да», но и, понятное дело, ничего не происходит. Теперь давайте попробуем еще один момент. Это мы сравняли с вами нужное количество мувпоинтов, да? Теперь давайте все-таки попробуем не сравнивать, получится ли у нас это или нет. Итак, Гриндан передает медленное существо. Мы берем с вами Бриссу, делаем шаг ниже. Количество мувпоинтов у нас 1900, далеко не 1500. Тоже пробуем дважды кликнуть по иконке героя, после чего закрываем. Возможно, именно двойной клик здесь играет важную роль. Нет, нельзя копать. Еще раз зайдем, дважды кликнем. Нельзя. Еще раз нельзя. Неужели только 1500 надо? 1800. Зайдем в окно героя. Нельзя. 1700. Нельзя. 1600. Нельзя. 1500. И вот только на 1500, ребят, можно. Да, то есть получается очки перемещения. Мы выкопали Грааль. Очки перемещения должны совпадать точь-в-точь. Ну и судя по табличке, самые оптимальные скорости, которые можно передавать, это существа с третьей скоростью, потому что ровно 1500 мувпоинтов можно получить. И существа с шестой скоростью вы тогда получите 1700 очков перемещений. Или седьмая скорость. А ну-ка, давайте я посмотрю точно. Да, именно шестая скорость дает. Но тогда и ночевать вам надо таким образом, чтобы у вас ровное количество очков перемещений получалось. А это либо шестая скорость, ну, третья вас не устроит, либо 11-я скорость, там 2000 вы ровно будете получать очков перемещений. Либо с помощью сапожек и перчаток там нужное количество нагонять и разгоняться даже на третьей скорости. Ну, то есть там вы уже можете сами поэкспериментировать. В любом случае этот момент вам может очень и очень сильно пригодиться. Также довольно полезной для вас информации будет еще один метод раскапывания Грааля, который в свое время показал на стриме у Таганаша игрок с ником Ваза. Давайте посмотрим этот метод, и возможно кому-то из вас он тоже вполне может пригодиться. Разрешение Таганаша на использование этого метода у нас получено. Так, метод пальца, который, как его называет Ваза, вот пожалуйста. Того видео для тебя, поиск Грааля по методу пальца. Вот у нас есть карта Грааля. Вот у нас ориентир. Ставим сюда палец, закрываем карту Грааля. Героем ходим так, чтобы у нас потом как раз палец попал на вот этот вот камень. Все, вот это вот центр карты Грааля. И, соответственно, от этой центра Грааль может быть в квадрате 5 на 5 клеток. То есть вот у нас искомые 25 клеток, где может быть Грааль. Все, соответственно, по этим точкам и копаем. Для проверки можем купить еще одного героя и посмотреть. Все, вот здесь открываем обелиск, вот центр, вот Грааль у нас закопан здесь. Поэтому героя проверяем, ставим сюда палец. Точно так же можно находить крестик. Все, ставим сюда палец, все, Грааль у нас находится здесь. Все, соответственно, копаем на следующий день и откапываем. Все, Грааль у нас. Вот, ну, соответственно, от центра вот этот вот квадрат 5 на 5. И он может быть только вот как раз в этих 25 клетках. Ну, соответственно, не считая эту 24 на данной карте. Все, спасибо. Открываем карту Грааля, видите? Вот эта гора, которая для нас служит ориентиром. Здесь получается широковатая поверхность на камнях. Ну, такая, видите, да? И следующая клетка ровная, а следующая клетка вниз по диагонали такая же шероховатая, как предыдущая до этого клетка. Самая первая клетка рядом с горой. Сравниваем это место. Вот гора. Клетка там действительно не такая ровная, например, как вот здесь вот. Да, она шероховатая. Клетка через одну, которая попадает на дорогу, видите, она тоже шероховатая. Вот эти две клетки идентичны. Но вероятность того, что есть другое такое место с двумя одинаковыми клетками и горой, ну, шанс очень невысокий. Но высокий шанс, что Грааль вот здесь вот находится на камнях, представляете? Куда без полета не пробраться. То есть, чтобы найти Грааль, нужен свиток полета или прыжков, нахождение которого, в принципе, уже делает не очень актуальным постановку Грааля в городе Сопряжения. Так, Астрал, Грааль, откопал. Куда все подевалось? Ай-9, Грааль. Да, Ваза, Грааль не откопали. Он находится на Цитареспе, к сожалению. Копано, копано там все. Эта клетка скопана, 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 скопана. И здесь все скопано. Так что остается либо здесь, Грааль. О, это лол, это издевательство. Это просто издевательство, это лол. Блин, лол, это капец. На единственной клетке, которой хрен дойдешь, блин, там находится Грааль. Господи, ну боже ж ты мои, а. Блин, ну капец, кому скажешь, не поверит, а. А также предлагаю наглядно вам продемонстрировать, какой город что даст. С учетом того, что мы там построим тот или иной Грааль. И поехали. Для начала у некромантов. Когда вы заезжаете в город, когда вы кликаете по городу, в котором строится, вам хотят. Хотите ли вы, чтобы Грааль остался на этом месте? Смотрите, вы отстраиваете Грааль. Увеличивает число производимых существ на 50, но это у всех. В неделю приносит королевству 5000 золотых. И, в общем-то, уникальный бонус для некромантов 20% повышает знание некромантии у всех дружественных героев, обладающих этим навыком. То есть все некроманты в дополнение ко всем тем процентам некромантии, которые у них есть, получают еще 20% и начинают некрить таким образом еще быстрее. Предлагаю теперь построить в городе Инферно Грааль. Точно так же заходим, нам предлагают его построить, когда кликаем по городским постройкам. И смотрим, тоже 50% существ больше, 5000 золотых. Каждая неделя становится неделей бесов. Дело в том, что когда заканчивается та или иная неделя, вам пишется, что за неделя начинается. И если такое существо существует, то, во-первых, это существо начинает появляться на карте. Это первый момент. А второй момент, это то, что это существо начинает в городе производиться в большем количестве. Поэтому вы можете накопить таким образом бесов, ну просто тьму. Громадное количество. Другое дело, как этих бесов использовать. Под финалочку они не очень хорошо подходят. Но с другой стороны, вполне можно заняться демонением. Для многих из вас, если вы новички, демонение может ни о чем толком не говорить, но поверьте, это дело стоящее, и нам нужно будет с вами этот момент тоже рассмотреть. Смотрите, начинается следующая неделя, и всех бесов и чертей становится на 15 больше. Давайте посмотрим, не появились ли они где-то на карте. Пока что вроде не видно. Так, здесь тоже. Или они на карте появляются раз в месяц. Да, наверное, раз в месяц они появляются на карте, а не раз в неделю все-таки. И смотрите, как их стало больше. Замечательно. Давайте теперь проверим следующие города. Следующий на очереди город, который мы будем проверять, башня. Кстати, в башенке один из лучших Граалей получается по бонусу. Вот, отстраивается такой объект. Смотрите, он повышает уровень знания любого защищающегося героя на 15 баллов. Но эти знания теряются, если вы из города приходите. То есть с кучей маны можно встречать соперника, но это еще не все. Самое-то главное то, что башня открывает всю карту. И подземку, и надземку. Поэтому, когда вы здесь строите Грааль, ребята, вы видите абсолютно все, что происходит на карте. Особенно это важно, если на карте все-таки отключены обелиски, их можно банить. Точнее, не обелиски, а картографы забанены, то как раз-таки можно отрыть Грааль и построить, в общем-то, себе тоже открытие карты, что очень и очень здорово. Далее мы рассмотрим с вами сопряжение. Сопряжение многими игроками воспринимается как город, в котором самый полезный Грааль на первом месте. Вы получаете абсолютно всю магию в игре, ребят. Вот только гильдия магов должна быть, да. Нам осталось теперь только хотя бы первый уровень гильдии магов поставить. Мы с вами это сможем сделать на следующий день. В этом городе. Итак. Заходим сюда и видим вот такие вот книжечки. А теперь заходим к нашему герою. Ну, правда, у нас мудрость основная. Мы только с 1 по 3 уровень можем изучить заклинания. Но вот смотрите. Все до 3 уровня мы с вами знаем. Если мудрость будет экспертной, мы с вами изучим абсолютно все заклинания. То есть, представляете, получить все заклинания в игре. Это вам и хождение по воде, и многое другое. Полет, дверь измерений, городской портал, да все что угодно. Далее давайте проверим с вами болото, до которого дотягиваемся еле-еле. Посещаем болото, тоже строим. И посмотрим, что он дает. Он дает 10 баллов атаки и защиты для тех, кто сидит внутри города во время осады. Вот когда ваш город будет штурмовать, тот, кто будет сидеть внутри города, он получит плюс 10 атаки и плюс 10 защиты. С учетом того, что это получают только те, кто защищаются, честно говоря, полезность этого Грааля гораздо ниже, чем в некоторых других городах. Поэтому здесь постройку Грааля можно видеть гораздо реже. Давайте теперь построим Грааль во плоти. Грааль здесь выглядит таким образом. Смотрите. На 2 балла повышает удачу всех дружественных героев. То есть, где бы эти герои ни находились, у них должно быть плюс 2 удачи. Смотрите. Плюс 2. Плюс 2. Плюс 2. Независимо, в городе они находятся или нет, но все становятся прям очень и очень удачливыми. Но, честно говоря, в полезности этого тоже приходится сомневаться, потому что удача, она работает далеко не со стопроцентным шансом, поэтому там еще насколько вам повезет, не повезет, многое будет зависеть. Едем захватывать замок. Худо-бедно побеждаем. Отстраиваем Грааль и смотрим, что особенность его, ну за исключением 5000 золота и 50% существ увеличения, это на 2 балла повышает боевой дух всех героев. То есть примерно как у Оплота плюс 2 удачи все получали, тут видите, мораль, боевой дух повышается у всех героев. Честно говоря, конечно же, тоже полезность довольно низкая. Ну что, давайте теперь построим в цитадели. И здесь, смотрите, атака повышается на 20 для героя, который защищается внутри. То есть получается, что это работает только для героя, который сидит внутри города и защищает сам город. Ну, особо на ваш темп, на ваше развитие это вообще никак не повлияет, поэтому и особого смысла строить Грааль в этом городе, к сожалению, нет. Ну, за исключением прироста по золоту и по существам, конечно. То есть, если лучшего варианта для вас не будет среди имеющихся городов, конечно, можно и так попробовать. Давайте еще построим в темнице. Здесь мы не строили. И что он делает? Повышает силу гарнизонного героя во время вражеской осады на 12 баллов всего лишь. Что же действует только во время штурма этого города. Это очень слабенько. Очень слабенько, ребят. То есть, по сути, нормальные Граали есть только у 2 городов. Это сопряжение, которое дает абсолютно всю магию в игре. Это очень имбовое выглядит. И второй довольно имбовенький вариант — это отстройка Грааля в башне, которая открывает всю карту. Вот, пожалуй, с этими 2 Граалями не может сравниться ни один другой. Ну, может быть, по полезности на 3-е место можно поставить Некрополис, который еще на 20% будет быстрее начинать некрить. А все вот эти вот удачки, боевой дух или усиление героя во время осады, ну, ни о чем. На 4-е место, наверное, неделю бесов бы поставил у Инферно, поскольку это хотя бы для демонения можно использовать. Хоть какой-то плюс от этого есть. Ну а сейчас мы с вами посмотрим по поводу разведки. Ну и, в принципе, некоторые горячие клавиши с вами изучим. Если мы нажмем на клавишу мышки, мы можем с вами включить клеточки для удобства считания и можем посмотреть, что на 5 клеточек вокруг героя, у которой нет даже в наличии никакой разведки, она может видеть, да, то есть это стандартные герои. Но помимо этого у нас есть, например, герой Жозефина, вокруг которой не 5 клеток она видит, а 6, если вы посмотрите по клеточкам. Дело в том, что у нее есть основная разведка. Она на 1 квадрат позволяет видеть больше. Благодаря этому она может приблизиться ко 2-му герою, у которого 5 клеток, и уже его видеть, а этот герой его видеть еще не будет. Есть у нас и вот такой вот герой, это Тан, у которого, если вы обратите внимание, вокруг тоже, кстати, 6 клеточек. У него тоже основная разведка получается. А снизу у нас здесь есть герой, который видит 7 клеток. Это Кира. У нее продвинутая разведка. Вообще оптимальный вариант еще экспертную разведку посмотреть. Сейчас мы все это дело исправим с вами. Вот смотрите, Фафнер у нас с экспертной разведкой. Она позволяет видеть на 3 квадрата больше, то есть на 8 клеток должно быть. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Таким образом, получается, что если нижний герой, которым у нас является Жозефина, перебросит армию на этого героя, и этот герой якобы с разведкой поедет дальше, то смотрите, какая может сложиться ситуация. Вот он уже видит героя, который здесь стоит рядом, но этот герой его еще не видит. Вот, и все, мы уже видим полностью Даремир, мы видим, какая у нее армия, мы видим город и все остальное. Теперь давайте перейдем на сторону синего и посмотрим, видит ли Даремир, что к ней приблизился Фафнер. Вот Даремир, и она понятия не имеет, что рядом кто-то есть. Если она повторит ход... Видите, у нее даже не появляется какое-то движение, потому что у нее там ничего не доразведано. Поэтому она может уйти в какую-то другую сторону и позволить захватить ее же город и так далее. У меня не единожды были партии, когда я становился победителем только из-за разведки. Из-за того, что я видел, что делает соперник, когда он город бросает пустым, где находятся его главные герои, где ложки, которых можно подрезать. И благодаря этому просто на тактике пытался как раз переиграть его, грубо говоря. Есть и еще объекты, которые позволяют вам заняться разведкой на карте. Вот, возьмем, к примеру, Андру. Посещая глаз, видите, особо ничего не меняется. Но есть вот такая вот хижина мага, которая как раз управляет такими глазами. И когда вы посещаете ее, все места, на которых есть глаза, они подсвечиваются. И таким образом хижина открывает вам эти места и засвечивает, причем довольно-таки много. Если мы с вами посмотрим, какой радиус у этого просмотра. 3, 6, 9, 10. 10 клеток вокруг мы с вами полностью засвечиваем. Это довольно-таки интересно. Но опять же, эти объекты в основном встречаются на картах, созданных человеком, а не случайных картах. Поэтому навряд это вам... где-то пригодится в каких-то онлайн-турнирах, хотя если будет онлайн-турнир на фиксированных картах, созданных заранее, это вполне может стать определенной помощью для вас. Помимо этого, есть и немножко иные моменты. Так, Гервульф должен найти башню. Вот если вы захватываете... Так... Вот, Вердиш, например, захватывает город-башня, заходит внутрь, и часто, когда захватывают эту башенку, ну, есть, в принципе, 3 варианта, когда вы новый город захватываете. Это либо не делаете там ничего, либо строите там таверну, покупаете новых героев, которые разбегаются в разные стороны, делая разведку, либо строите гильдию магов для пополнения маны и остановиться в этом городе, сесть, пополнить ману. Есть вариант, конечно, еще с цитаделькой, если соперник собирается на вас нападать. Но есть и еще один вариант. Если вы захватили башню, то можно построить смотровую башню, и вы засветите огромнейший радиус вокруг башни. Этот радиус 20 клеток во все стороны, ребят. 20, вдумайтесь, считаем. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И так во все стороны. Влево, вправо, вверх, вниз и так далее. Ни 1, ни 2, ни 3, ни 4, ни 5 даже героев не способны провести такой разведки. Поэтому, построив это здание, смотровую башню, вы тратите всего лишь 1000 золота, а на каждого героя вы тратите 2500 золота. Вы очень сильно экономите и время, и деньги. Так что, захватывая башню, ребят, не стесняемся, строим и сразу же смотрим, стоит ли вам в этой зоне оставаться. Возможно, нет смысла. Если есть смысл, то вы сразу же понимаете, где самые важные объекты находятся, на которые стоит обратить внимание. Возможно, засветите даже героев компьютера или героев вашего соперника. В любом случае, разведка – это один из важнейших компонентов, которые только есть в игре. И игнорировать его, ну, никак нельзя. Еще один момент с вами рассмотрим, довольно интересный. Это момент быстрого захвата городов, который возможен либо на больших картах, где очень маленькие зоны и при этом довольно много городов, либо же на маленьких картах. Там, в принципе, зоны маленькие и города находятся близко. Я, будучи новичком, за это тоже был наказан. Как это все дело происходит? Идет некоторый разведчик, ищет города. Идет, находит один из городов, например, вот, или даже вот так вот, передается армия на какого-то третьего героя, и этот третий герой со своей стороны захватывает город. Ну, мы на некоторые города не обращаем внимания. При захвате города, если вы делаете ставку на быстрое количество захвата городов, вы всегда ставите таверну. В таверне покупаете нового героя, армию скидываете уже на нового героя. Этим новым героем едете, ну, допустим, этих городов нет, едем к крайнему, да, аж к вот этому городу. Будем считать, что это новая зона, захватываем здесь город, тоже садимся, отстраивается таверна, покупается новый герой, точно так же на него перебрасывается армия. Армии постоянно может становиться таким образом все больше и больше. Мы можем пробежать даже еще более длинное расстояние, захватить здесь город, сесть. Здесь тоже опять, ну, здесь уже не хватает на таверну, но в принципе, если у вас все нормально с ресурсами, то вы можете так захватывать за один день огромное количество городов, пробегать довольно большие расстояния и так далее. При этом оставляя на защите того или иного города даже какие-либо единички. Так что это довольно-таки интересно. Еще один момент, который мы с вами рассмотрим, это все-таки перемещение по воде. То есть мы с вами сейчас заново начнем. У нас есть стан, который покупает лодочку. Садится в нее. Как мы помним, при посадке в лодку тратятся все шаги. И, допустим, он хочет высадиться на другом берегу, или на этом же, да? А мы не хотим, чтобы он высадился, и у нас островок маленький. Для этого Ионе будет достаточно стать где-нибудь на краю и начать, в общем-то, окапываться. То есть просто проводить раскопки. Тот герой у нас, например, начинает где-то плавать. В это время там исследовать территории вокруг. А Иона у нас начинает просто окапывать берег. Это один из таких серьезных моментов, которые, в принципе, отбивают желание играть на картах, на которых присутствует вода. Тоже становимся, в общем-то, к возможности копать. И она у нас, например, копает еще раз. И смотрите, какая особенность у этого героя. Смотрите, он может высаживаться на любой территории совершенно спокойно, но высаживаться на клетках, где у нас уже окопано, он не может. Видите? Здесь везде якорь. Как только доходим мы до тех клеток, где у нас вырыта, так скажем, нора, как здесь названо в переводе, мы не можем высадиться. Поэтому, если вы полностью свой остров так окопаете, и к вам не будет никаких порталов вести, то это все. Это автоматически патовая ситуация, вы свели партию к ничье, и продолжение будет невозможно. Это будет просто бесконечная партия. Также еще одной неприятной особенностью игры с водой является то, что, ну, плавать-то вы плаваете нормально, но когда вы садитесь в лодку, вы тратите все шаги сразу. И когда встаете с лодки, тоже вы тратите все шаги сразу. Это жутко и жутко замедляет игру. По сути, просто сесть в лодку, отдали один день, встать с лодки еще один день. Ну и сколько дней вы там до этого плавали. Это очень и очень медленно, несомненно. Еще один довольно интересный момент связан с путешествиями через вот такие вот водовороты. Дело в том, что там тоже есть свои особенности. Если вы не знали, то при посещении этих водоворотов с вас берут определенную цену. И эта цена довольно-таки уникальная. Давайте, пускай Исра передаст сюда тоже армию. И, допустим, Нагашу нужно будет заехать в этот водоворот. Но для того, чтобы заехать в водоворот, у вас будет проверяться самый слабый стек. И половина этого самого слабого стека, она будет потеряна. Поэтому, если вы не хотите, чтобы, вот если вы вот так вот заедете, то в зависимости от того, какой стек посчитается более слабым, вы потеряете либо 5 зомби, либо 24 скелета. Мы можем с вами даже здесь на всякий случай сохраниться. Почему бы и нет. И смотрите, вот сейчас мы. Воины падают за борт, смотрите, мы потеряли 5 зомбей. Именно это и было нашей ценой. Если мы еще раз... то теряем 3 зомби, то есть округляется в большую сторону. Должны были забрать 2,5 зомби, в итоге забрали 3. Такая цена, понятное дело, довольно-таки дорогая. А ведь у вас могут быть более серьезные существа, и не хотелось бы потерять именно их, так ведь? Давайте посмотрим, что же можно придумать, чтобы пользоваться этим водоворотом и не терять столько армии. Выход, в общем-то, я думаю, некоторые из вас уже поняли, он очень прост. Все, что вам нужно сделать, это вам нужно сделать какой-нибудь вот такой вот стек в виде единички скелета, например, или двоечки. И при посещении этого водоворота у вас просто выкидывают эту единичку. Видите? Еще раз можем сделать единичку, пробел. Все, эта единичка теряется справа. Таким образом, с минимальными потерями можно путешествовать через такие водовороты. Ваш соперник будет терять много армии, а вы нет. И будете к нему довольно быстро и удобно перемещаться. Сейчас мы с вами поговорим о одном из самых имбовых багов, которые есть в игре. И этот баг связан как раз таки с водой. Как можно нафармить себе громадное количество очков перемещений. У вас на экране сейчас появится картинка с максимально возможным фармом очков перемещений, то есть больше мувпоинтов. Скорее всего, не получится сделать, это выводили ребята опытным путем. Но даже этого более чем достаточно, чтобы Excel с подземельем карту оббегать всю полностью и успеть сделать все, что вам надо. Итак, в чем заключается баг? Смотрите, у вас есть Аэнаин, к примеру, ну неважно, любой герой, у которого есть собранный артефакт шляпа адмирала, и вам нужны какие-то артефакты, которые будут добавлять вам очки перемещения, неважно. Ну, в нашем случае есть сапожки, есть перчатки, да? Смотрите, запомните, сколько у нас есть очков перемещения. Наводим, смотрим, 2400. Неплохо. Садимся в лодку. С надетой шляпой адмирала обязательно. Потому что если вы без нее сядете, у вас все очки перемещения сразу идут. Сели внутрь. Смотрите, очки перемещения у нас стали 4600. Они в воду, да, переместились. Если вы сейчас выйдете с этой шляпой адмирала, помните, да, у нас было 2400. Выходим. У вас стало 2250. То есть очков перемещения у вас больше не стало, наоборот, стало меньше, как и положено. Вы сели в лодку, встали с лодки, да? Никакой имбы нет. А теперь смотрите дальше. У нас 2250 очков. Мы садимся в лодку. Но когда мы встаем с лодки, мы одеваем любой артефакт, который нам добавит очков перемещения. При перерасчете. Ну, например, пускай это будут перчатки. Мы с вами, ребят, встаем. И каково наше удивление, у нас стало 2520. Не 2250, а 2520. То есть мы, даже бегая в лодку с лодки, получаем с вами больше очков перемещений. Если мы сейчас с вами снова снимем эту перчатку и сядем, как положено, в лодку, а потом снова оденем перчатку и встанем с лодки, мы наводим, у нас уже 2844. Вы представляете? То есть количество очков постоянно растет. Уже даже не 2500, а 2800. Если же вы не будете снимать там те артефакты, которые дают вам дополнительно, то смотрите, что будет происходить. Сейчас у нас 2844. Мы сели в лодку. Мы встали с лодки. У нас 2600. То есть, видите, у нас как бы все равно становится меньше. Поэтому фишка в том и заключается, что садиться в лодку надо без артефактов на скорость, а вставать лодки с артефактами на скорость. Причем, чем у вас их больше, тем больше вы очков будете фармить. Вот одеваем оба артефакта. Встаем. У нас 4052 шага. Опять садимся в лодку, снимаем все это дело. Вставая с лодки, одеваем. Итак, у нас уже 6000. Опять снимаем. Одеваем. Как мы с вами делали до этого, мы можем через Ctrl-1... сделать одну одежду, Ctrl-2, вторую, да? И тогда через единичку, двойку это все будет делать быстрее. Вот. С единичкой мы садимся. Дальше двоечка, встаем. Опять с единичкой садимся. С двоечкой встаем. С единичкой садимся. С двоечкой встаем. С единичкой сели. С двоечкой встали. Так, вот у нас уже 61 тысяча, ребят, очков перемещений. Можно нафармить и больше, наверняка. Сели. Встали. Сели. Встали. Снова сели. И снова встали. Вот у нас уже 251 тысяча. Что можно с этими очками перемещения успеть сделать, ребят? Да все что угодно. Вы можете побегать по всей карте. Сделать полную разведку карты. Бегать везде со штрафами, без штрафа, неважно. Оббежать все, что вам надо. Удвоить ману. Собрать все внешние жилища на карте, которые вы только сможете найти за один день. Сможете дополнительные объекты попосещать. Сможете побегать, поворовать из-под охран какие-то артефакты, ящики Пандоры и так далее. Лагерь беженцев можете посетить, тоже выкупить. Дополнительных героев покупать. Если есть города, которые вы можете пробить, вы их тоже пробьете, захватите на карте. Соперник будет долго ждать и не понимать, что вы столько времени делаете. А потом вы можете прийти с кучей армии в этот же день и просто убить оппонента. То есть вы же захватываете здесь города, да? Вы можете здесь искупаться. Например, вот это нам не надо. Мы лучше возьмем, например, 8 гогов, да? Причем это можно делать в первый же день. Так, ну, например, в этом городе мы зайдем, построим с вами эльфов. Купим эльфов, например, на хоббитов поменяем. Зомби, кстати, нам не нужен, мы лучше... А, ну хотя, в принципе, у нас очков перемещений маловато. Ладно, ну и, например, вы вот так вот побегали по всей карте. Очки перемещения можно вообще даже не считать. Кстати, все шахты тоже по карте можно побегать, позахватывать. Почему нет? А потом приходите, забираете город соперника, он всегда пустой в первый день, например. После чего можете продолжать бегать дальше. Ну, здесь у соперника армии больше, вам смысла атаковать нет. Все бонусы можете пособирать. Всю халяву, там в виде ресурсов, которые лежат, вы тоже можете позабирать и так далее. Ну, то есть, этот баг, против которого, ну, просто нереально соперничать, конечно. Но для того, чтобы этот баг повторить, необходимо, чтобы у вас были перчатки или сапожки. И необходимо, чтобы была вода. А я вам скажу, что обычно, даже при генерации случайной карты, в одном из углов карты, обычно это нижний правый угол, есть одна клеточка с водой. Благодаря этой одной клеточке с водой можно подойти к этой клетке, призвать корабль, и если у вас есть собранная шляпа адмирала и перчатки или сапожки, вы можете нафармить себе огромнейшее количество очков перемещений. Вот мы с вами бегали, кучу всего перебегали, у нас с вами еще 225 тысяч очков, которые просто даже некуда девать. Не менее частым случается, когда у вас есть, например, обзорное дерево, а у соперника нету, и вы с помощью этого самого обзорного дерева сразу же видите ситуацию на стороне соперника, а он не видит. Чтобы в этом убедиться, мы можем передать ему ход. Вот он вообще без понятия, где вы, что вы делаете и так далее. Там он может побегать шахты какие-то позахватывать, там, вернуться назад и так далее. А вы на свой ход, зная о том, что у соперника происходит и что он оставил город пустым, можете просто через своего героя поехать, захватить его город, точно так же через таверну купить своего какого-нибудь героя и поехать, в общем-то, здесь у него, может быть, как-то скупиться и устроить ему, в общем-то, какую-то битву. Неожиданную для него, или засесть внутри города и давать ему отпор там. Давайте рассмотрим с вами еще один довольно интересный стратегический момент. Рядом с вашим городом, ну или с городом соперника, может находиться святилище. И вы можете сесть внутри этого святилища, и соперник не сможет вас атаковать, пока вы будете стоять внутри него. Вот давайте мы передадимся на синего игрока. Смотрите, он вас находит. Но он, когда он наводит на что-то мышку, он, в принципе, имеет возможность захватывать, да? И наводя на вашего героя, должен был бы появляться меч. Но пока вы стоите на этом объекте, на святилище, он не может вас атаковать. Никогда, ребят. Поэтому он вроде как вас и видит, но ничего с этим поделать не может. В свою очередь, он не может рисковать своим городом. Иначе вы этот город можете просто-напросто у него забрать. Ну а сидеть постоянно на одном месте он тоже не может, потому что вы где-то можете бегать другими героями, развиваться, а он, получается, должен сидеть на одном месте и не развиваться. Это, конечно же, для него будет огромный минус. То есть, что он может сделать? Он понимает, что вы в любой момент можете отсюда выбежать и захватить город. Ему нужно что-то придумать. Самый оптимальный вариант, ну если здесь армии не очень много, то защититься можно просто построить цитадельку и поставить как минимум 7 стеков. Даже если это будут единички, неважно. Главное, чтобы их было много. И таким образом делается защита от ложков. В идеале, конечно, чтобы здесь стоял замок и единички, но пусть даже такая защита, она уже неплохо поможет. А вы со своей стороны Можете попробовать добежать до его города и забрать у него. Если у одного из игроков не остается ни одного города, у него есть всего лишь 7 дней на то, чтобы какой-то город захватить. Иначе, независимо от того, насколько сильна его армия, насколько много у него героев, проходит 7 дней, они все пропадают, и автоматически поражение. Поэтому вот, допустим, мы сделали так. Теперь смотрим, какая ситуация. Здесь писалось, что через 7 дней вы исчезнете. Вы смотрите, сюда вы не можете ехать, потому что здесь охраняется герой. Давайте попробуем добежать до города соперника. Добегаете до этого города. Не видите, конечно, что там происходит. Какая-то есть охрана. Но вообще вам может показываться, что есть какие-то единички. Ну и думаете, ладно, поехали, захватим. И каково ваше удивление, что здесь настолько прям много единичек. Причем эти единички, видя, что у вас герой-специалист по метеоритке, старается расставиться таким образом, чтобы метеоритка не могла бить по нескольким сразу. Вот каким-то таким образом. У вас есть метеоритка, вы смотрите, никак не можете зацепить никакие два стека. Это уже беда, но хотя бы по каким-то стекам бить надо, и начинаете бежать вперед. А соперник просто стоит внутри замка и пропускает ходы. А вам нужно ждать, пока будет какая-то лазейка, чтобы забежать внутрь. Такой лазейки пока что не возникает, маны на большее не хватает. И приходится стоять и ждать. В свою очередь это в итоге приведет к поражению. Вот появляется проход. Причем, наверное, этот проход будут проверять скелеты. Больше некому. Надо их поставить. Ну, не там они прошли, ну ладно. Ну, в общем, тут было без вариантов. Все равно город не берется. Так что таким образом можно подставить оппонента. Ну, даже если ложка какого-нибудь поставите, вы все равно будете держать соперника в такой интриге и затягивать время. Заставлять его отвлекаться, а сами в это время решать какие-то свои проблемы. Поэтому вот такие вот стратежные святыни, святилища точнее, их нужно иметь в виду и понимать, что вы их можете использовать себе в плюс. Главное, чтобы пока вы здесь стоите, другие герои у вас не страдали ерундой, и они в свою очередь следили за тем, чтобы города у вас не заканчивались, чтобы вы давали какой-то отпор и так далее. Можно за счет святилища и по-другому. Там, например, вы разведали, где находится оппонент, стали на святилище. Соперник, в свою очередь, куда-нибудь убежал, он не знает, где вы находитесь. Поехал там воевать, ресурсы собирать и так далее. Приходит ваш ход. Вы быстренько побежали, захватили у него город и стали назад. Он опять вас не сможет атаковать. А в городе уже вы над ним издеваетесь. Строите цитадель, оставляете какие-то единички. И уже синему игроку надо будет думать, а как же ему этот город вернуть. Он точно так же едет назад, но тут его тоже с огромной долей вероятности будет ждать поражение. Здесь все просто продолжают стоять на месте. Есть, правда, щиток, но в данном случае он не особо поможет. Так, появилась возможность подлететь поближе. Все стоят. И пошла жара минусовать разные стеки между собой. По двум минам прошелся, еще минус стек. Тут можно накинуть даже щиточек, хотя он тут не особо-то и нужен. Можно зайти внутрь, но, к сожалению, слишком мало здоровья остается. А вот минусуется башенка. И вот теперь, скорее всего, город все-таки заберется. Неожиданно, но да. Давайте ворота вскроем. Заблокируем выход для остальных. И после этого наваливаетесь. То есть город все-таки этот... Герой даже умудрился себе вернуть, но при этом потерял очень много армии. И все из-за того, что вы его подловили. После этого он может опять попробовать или побежать за вами вдогонку, и в итоге не добежать, как в этот раз. Или развернуться опять, побежать, заниматься своими делами. Но даже если он вас находит, он вас атаковать не может. А вы можете провернуть эту же сделку еще раз. Опять забегаете в город. Ну, допустим, даже он выкупился здесь, да? Вы оставляете свои какие-то единички. И опять возвращаетесь. Но в этот раз, правда, не успеваете стать, да? Ну, бывает и такое. Но сопернику в любом случае это последний город. Надо думать про то, как этот город вернуть. И если он в этот раз поедет захватывать этот город, опять же, сделать это будет крайне и крайне сложно. Очень быстро все минусуется. В этот раз уже точно без шансов. Ну и все. И таким образом вы сразу же будете праздновать победу. В начале игры, как вы знаете, и у игроков есть рестарты. То есть возможность отказаться от того расклада, который выпал. И по договоренности ребята договариваются, сколько этих самых рестартов в итоге будет. Некоторые договариваются о одном рестарте. То есть на первый день можно отказаться от игры и все. Некоторые договариваются о двух рестартах. Это два рестарта в первый день, то есть два раза можно на первый день отказаться, или один раз на второй, что равносильно двум рестартам. Или договариваются о трех рестартах, что позволяет три раза на первый день отказаться, или один раз на первый, один раз на второй, либо же просто один раз на третий день отказаться от расклада, который вам выпал. Раз уж мы с вами зацепили тему рестартов, то давайте немножечко по этой теме пройдемся. Зачем вообще нужны рестарты? Дело в том, что генератор карт часто создает очень неравноценные расклады. Одному игроку сдает очень много полезных объектов, много ресурсов, хорошие дороги, хорошие охраны, а второму может сдать зеркально в противоположную сторону. Все очень плохо будет. И затащить такую партию будет крайне сложно. Поэтому игроки, зная особенности того или иного шаблона для случайной карты, они примерно уже понимают. Вот сначала разбегаются героями в разные стороны и смотрят, что вроде для этого шаблона сдало нормально, значит можно заиграть. Если же нет, то рестартят. Точно так же они следят в таверне через логово воров за тем, что происходит у их соперника. И видят, что, например, вы стартанули, например, в каких-нибудь 3 героя, а соперник стартанул там в 7-8 героев. Понятное дело, что он вас просто разорвет в пух и прах с таким раскладом, и вам будет крайне тяжело соперничать. Лучше зарестартить и поискать более интересного расклада, более равноценного и так далее. Но обычно, когда говорят рестарты 1-1-1, рестарты 1.1.2 или рестарты 1.1.3, это обозначает следующее. Первая цифра это месяц, вторая цифра это неделя, а третья цифра это день. В общем-то, все, что вам нужно знать, это ориентироваться по третьей цифре. Если, например, 1.1.3, это значит, вам дается в общей сложности 3 дня на рестарты. Если вы берете рестарт на первый день, у вас из рестартов отнимается один день. То есть, например, было 3 дня на рестарт и осталось 2 дня, потому что один день вы потратили. Если вы рестарт берете на второй день, было 3 рестарта, 1-1-3, у вас останется 1-1-1. То есть всего лишь один рестарт на один день, потому что вы целых 2 дня на рестарты уже потратили за раз. Ну а если берете на третий день, сразу же минус 3 дня на рестарты. Именно так придумали игроки. Ну и вообще вот эта вот ситуация с анализом карты и взятием-невзятием рестартов — это дополнительная тактическая составляющая. Она, с одной стороны, затягивает процесс игры, и многие, особенно новички, начинают жаловаться, почему так, это долго, на рестарты могут уходить несколько часов, зачем так долго ждать и так далее. Но это вынужденная ситуация как раз-таки, ребят, из-за неравноценных раскладов. И ребята пытаются хоть как-то сбалансировать. Тогда, если даже после всех рестартов, часто бывает так называемая сдачка на удачку, когда оба игрока тратят все свои рестарты и в итоге играют уже без рестартов то, что им сгенерится. Но, опять же, если тебе сдает плохо и ты потратил все свои рестарты, ты можешь жаловаться только на себя. Перед тем, как брать рестарт, ты должен подумать, что все может быть гораздо хуже, чем у оппонента. Также есть технические рестарты, когда, например, у вас перед городом, ну вот, например, вот такие вот пачка магогов появится прямо перед замком, и вам нельзя будет выйти. Это технический рестарт, потому что вы просто полноценно не можете играть при всем своем желании. Таким образом, вам нужно будет просто сидеть постоянно в городе, а соперник будет бегать. Такой рестарт, конечно же, пишется. Можете сделать скриншот, переслать этот скриншот сопернику, и таким образом он с вами согласится, или отослать судье турнира. И спокойненько поедете начинать заново. На портале Heroes World технические рестарты заставляют брать ваши рестарты. Я с этим, конечно, абсолютно не согласен. Вы никак не отвечаете за генераторы, почему вы должны тратить свои рестарты. Но игроков, судя по всему, все устраивает, раз они так играют. Я, например, в своих турнирах за технические рестарты не отбираю игроков их субъективные, так называемые рестарты, то есть рестарты по их выбору. Тут уже многое зависит от организатора. Как организатор посчитает, так оно, в принципе, и будет. Ну и когда, кстати, таймер заканчивается, вы видели, что на последние 10 секунд постоянно начинают вылазить сообщения, которые говорят о том, что осталось 10 секунд, 9, 8, 7, 6, 5 и так далее. И когда каждая минута проходит, снизу появляется тоже сообщение зелененьким, которое говорит о том, что прошла еще 1 минута, точнее, и вам нужно поторопиться, чтобы вы обратили внимание на верхний левый угол и посмотрели, у вас там еще нормально таймера или нет. Ну и, конечно же, идет звуковое сопровождение с этим, на случай, если вы играете с включенными динамиками или с наушниками. Поговорим о преимуществах красного игрока над синим во время игры. Есть примерно одинаковая карта, на которой играют игроки, да? И бегают, и делают примерно одни и те же вещи, допустим. Вот точно такая же карта примерно есть у синего. Вот он тоже бегает, точно так же захватывает шахты, но заметим, что делает он все это после красного игрока, который ходит первым. Вроде они все делают в одном и том же порядке, но с той лишь поправкой, что красный игрок всегда на шаг впереди из-за того, что все-таки он ходит раньше. Скажете, ну и ничего страшного, все нормально, но, ребят, не тут-то было. Сейчас мы с вами это наглядно увидим. Это все идет до поры до времени. И вот мы видим, как практически добежал до золотой шахты уже красный игрок. Синий тоже не стоит на месте, вот он захватывает шахту, тоже пытается бежать до красного игрока. Смотрите, чуть-чуть не хватило добежать до города и чуть-чуть не хватило добежать до красной шахты. Но 4-й день начинает именно красный игрок. Он забирает золотую шахту, Он забирает город. В этом городе он ставит таверну. Покупает какого бы то ни было нового героя. Делает скупку в этом городе. Благодаря тому, что он раньше взял этот город. Он убивает вражеского героя за счет перевеса по армии. Каким-нибудь образом, да? Этому игроку приходится отступать. А он в этот же ход продолжает проводить разведку, покупать новых героев. И каждый из таких героев, бегая по карте, начинают отжимать все то, что соперник так долго пытался со своей стороны накопить. То есть на следующий ход уже будут потеряны все или почти все шахты, и даже главному городу будет большая угроза. А все из-за того, что красный игрок в тот же день, в который и синий мог захватить золотую шахту и город, но из-за того, что он ходит первым, он раньше это сделал и сразу же получил преимущество. Убил героя, докупил себе армии и начал возвращать даже некоторые шахты, которые уже сработают ему в плюс, а не синему игроку. Но это еще полбеды, ребят. Синий игрок, допустим, выкупает своего главного героя назад и начинает копить армию. Думает, ладно, едь ко мне, я тебе попробую дать отпор. Но дни идут. Уланд бегает, отжимает одни шахты. Кира бегает, отжимает другие. Довольно быстро. А мы с вами отстраиваем, например, вот этот город. И здесь начинает копиться армия. А для сращивания цепочки мы с вами купим еще какого-нибудь героя. То есть Чарна. Она готовится к финалочке. Ну и потихонечку начинает подъезжать к главному городу. Из-за того, что все шахты уже к этому моменту практически отжаты у синего, он сидит и ждет. У него невозможности скупаться толком нет. Ничего. А наоборот, все хорошо идет у красного игрока. Он продолжает строиться, продолжает получать всяческие преимущества и так далее. Ставим цитадельку, чтобы побольше армии. Смотрите, сейчас 7-й день. Допустим, каким-то образом насобирал себе хотя бы на цитадельку синий игрок, чтобы усложнить жизнь сопернику, даже наделал единичек. Думает, ладно, попробую дать тебе максимальный отпор. И смотрите, какая ситуация. Красный игрок, если будет атаковать соперника синего на 7-й день, он знает, что если я убиваю героя внутри города, соперник теряет главного героя. Раз. Во-вторых, этот город становится мой, и на следующий день здесь будет новый прирост армии, который достанется мне. Но при этом я атакую тоже с приростом только первой недели. То есть, по сути, сейчас будут воевать два прироста одной и той же недели. Затея довольно рискованная. Здесь, конечно, не особо, потому что перевес существенный, но вообще к этому моменту могут быть у обоих игроков примерно равные по силе армии. Что с этим делать? А ничего, в общем-то, дождаться первого дня второй недели. Синий игрок все равно будет ходить позже. Раньше будет ходить красный игрок, поэтому вы делаете максимальную скупку. Синий игрок не может скупиться по причине того, что он будет ходить только после вас. Давайте удалим лишних героев. По цепочке армия передается вместе с баллистой на главного героя. И посмотрите, вы приедете воевать с соперником, имея в своем активе уже армии из 2 недель, а соперник не может скупиться. Поэтому вот этот вот момент, который сейчас произойдет, когда на первый день любой недели с новым приростом атакует игрок, который ходит раньше, игрока, который ходит позже, это называется, ну, если это красный нападает, то Red Rush, если синий нападает на следующего, там, на коричневого, это Blue Rush и так далее. Так вот, Red Rush. Видите, насколько огромнейший перевес получается, противостоять которому, конечно же, крайне-крайне сложно здесь. Понятное дело, что синему игроку придется здесь держать поражение из-за того, что, ну, слишком огромен перевес по армии. И эта битва может идти, в принципе, довольно-таки долго, но результат ее будет все равно предрешен. Поэтому вот это вот, пожалуй, 2 основных преимущества красного игрока. Это то, что он всегда на шаг впереди, если он действует грамотно, играет на опыте. И второй момент — это возможность его так вот редрашить. Играя по правилам портала Heroes World, такие редраши на некоторых шаблонах и картах запрещены, на некоторых разрешены. В основном разрешены там, где идет торговля за цвет. Но многие торгуются именно за красный цвет, чтобы быть всегда на шаг впереди и иметь возможность редрашить. Даже с учетом того, что у синего есть свои преимущества, о которых мы с вами тоже говорили. Плюс есть такое поверье в героях, что красному игроку лучше сдает расклады и лучше дороги и сами зоны получаются. Из-за того, что зона красного появляется раньше, чем зона синего игрока, на нее не давят в этот момент никакие другие зоны, а когда появляется зона синего, уже какие-то зоны на карте есть, и они могут где-то сдавить зону синего, она окажется меньше, ему и по дорогам может хуже в итоге получиться, но тут, честно говоря, как повезет. То есть мы можем говорить о том, что в теории вроде как так, но на практике рандом — это дело не такое уж сильное и предсказуемое. Вполне может оказаться, что и синему сдаст лучше, особенно если эта зона появится в какой-то части карты, где остальные зоны все-таки давить не будут. Потому что он может появиться и возле красного, например, своей зоной, а может появиться вообще где-то в подземелье или вообще в какой-то другой зоне или части карты. Теперь поговорим с вами наоборот о преимуществах синего игрока над красным во время игры. Так вот, когда начинается игра, красный начинает ходить, и у синего, понятное дело, ситуация абсолютно неясна. То есть при принятии решения рестартить или не рестартить ту или иную игру, приходится ориентироваться только на свой расклад. То есть ты там пробиваешь что-то, разбегаешься, пытаешься посмотреть как можно лучше на ту ситуацию, которая творится вокруг тебя, покупаешь побольше героев и тому подобные моменты. На синего игрока ориентироваться не можешь, он еще ни героев не покупал, ничего не собирал. То есть все зависит только от тебя. Причем, если ты не берешь рестарт на первый день, тогда тебе уже придется тратить 2 рестарта на второй. Если даже ты посмотришь, что оказывается синий игрок больше героев купил, больше ресурсов собрал. Он уже, может быть, даже второй город в первый день завоевал. То есть в этом плане красный игрок будет очень и очень сильно уязвимым. Поэтому складывается такая ситуация, что красный игрок не только вынужден первым принимать решение, играть или не играть тот или иной расклад, он еще и вынужден это решение принимать, абсолютно не зная ничего о действиях соперника. И он, скорее всего, вынужден будет раньше потратить все свои рестарты, чем синий игрок. Конечно, можно там подходить более грамотно, пытаться специально покупать, например, больше героев для того, чтобы синий игрок подумал, что у вас классный расклад, а у вас, например, ну, золото и правда там худо-бедно вы нашкребали, но ужаснейший просто расклад. И таким образом можно заставить синего зарестартить. Он подумает: не, ну это сильно жирно, не буду рисковать. Вторая хитрость есть довольно интересная. Это когда вы специально в таверне на первый день светите какого-то топового героя. Там какой-нибудь Гриндан, Луна и Сир Мюллих, к примеру. И соперник, видя это, понимает, что да ну не. Лучше начнем-ка мы играть нормально, а у вас расклад тоже плохой. Вы его светите специально, чтобы хоть какая-то надежда у вас появилась на то, что соперник зарестартит. Но это уже такие мелкие хитрости. Едем далее рассматривать преимущества синего игрока. Ну и там третий герой, например, тоже разбежался, да? Передается ход синему, и что синий видит? Во-первых, пока ходит красный игрок, эта фишка работает только в первый день. Вот если ты ходишь позже, чем первый игрок, ты можешь постоянно нажимать клавишу G и Enter, и в окошке, где виден герой, там будет показываться тот герой, на котором больше всего армии. И этот герой может меняться. Таким образом, ты можешь иногда видеть некоторых героев, которые сопернику будут заходить. Некоторые так называемые любители игры, они могут сидеть и вот так вот постоянно даже клацать и следить за теми героями, которые зайдут. И тогда синий игрок уже даже узнает: опа, какой-то хороший герой проскочил. Но опять же, для красного игрока, если вы хотите, чтобы какой-то важный герой не был спален, во время первого хода не передавайте этому герою ни в коем случае самую сильную армию из всех героев, которые у вас есть на открытой местности или снаружи замка. Герой с армией внутри города, который сидит вот таким вот образом, он, ребята, не учитывается. И вы должны понимать, что если вы купите героя, например, с горгулькой, а у вас на карте не будет ни одного героя, у которого будет армия сильнее, чем горгулька, соперник его в таверне сразу же увидит на первый день. Поэтому, возможно, есть смысл либо очень быстро его купить и поменять вот так вот, чтобы соперник не успел прокликать. Причем поменять и нажать кнопочку, чтобы это обновилось. Быстренько поменяли, нажали кнопочку, все, оппонент не успел засветить. Ну, опять же, там 50 на 50 повезло, не повезло вам, насколько быстро работает ваш соперник. Либо же сразу же формируйте армию, то есть передавайте большую часть армии, ну, каким-то менее важным героям, например, на Луну, да, вы всю армию необходимую... Вот так вот, например, Луну вы купили, да, быстренько ее поменяли, передали армии, кликнули, и она у вас уже, может быть, даже и не засветилась. Запомните следующую вещь. В таверне всегда светится у вас тот герой, на котором оставлена самая сильная армия. Причем не та армия, которая вы думаете самая сильная, а та армия, которая самая сильная считается по версии самой игры. Вот у нас, например, на одном герое есть 10 гогов, на втором один троглодит и одна гарпия. Понятное дело, что 10 гогов самая сильная армия из имеющихся, поэтому этот герой будет в таверне. Вы можете зайти в логово воров, кликнуть и посмотреть. И правда, у вас светится калх. Поэтому в конце хода, если вы не хотите, чтобы ваш герой светился, чтобы не светились его статы, а статы героя соперник может видеть, когда у него станет 2 и более городов с отстроенными тавернами. Все, что вам нужно сделать, это просто разогнать главного героя, и вы таким образом делаете сразу два дела. С одной стороны, вы даете больше очков перемещений вашему герою, поскольку он переночует без армии и останется на разгоне. А с другой стороны, вы будете светить статы теперь уже Джелара. Вот если вы опять нажмете клавишу G, смотрите, у вас уже Джелар светится. Таким образом, вы даже до финального боя можете прятать своего главного героя, и соперник даже понятия не будет иметь, кого вы качаете, через кого вы играете, к чему сопернику нужно готовиться и так далее. Потому что обычно, когда вы следите за таверной и видите каких-то нераскачанных героев, там... со статами такими 2-1-1, там 1-0-3-2, 2-2-1-1. Ну, то есть такие, знаете, герои с 1 по 5 уровень, слабенькие. Вы понимаете, что это не главный герой соперника. И вы будете понимать, что он кого-то прячет. И в тот момент, когда соперник в таверне засветит главного героя, это может стать признаком того, что этот соперник уже где-то ушел со своей территории далеко, и он перестал разгоняться по очень простой причине. Потому что он находится в какой-то зоне, где уже может быть финальный бой с вами. Может быть, конечно, и вариант, когда соперник просто не смог разогнаться, там где-то какие-то герои не достали до главного. Да, такое бывает. Но также нужно учитывать и тот вариант, что соперник, возможно, уже вышел в какую-то трежерную зону или идет к вам и так далее, и он разгоняться не может, потому что если он разгонится, он понимает, что его могут атаковать и убить главного героя. Поэтому все вот эти вот разгоны, запомните, можно делать на своей территории и на ближайших территориях, если они не соприкасаются с соперником. Также нужно понимать, что если уже идет... третья неделя, например, то на третьей неделе даже на своей территории уже опасно разгоняться, потому что соперник даже на Excel с подземельем карте уже в какие-то моменты может к вам доставать. И это важно понимать. Разгон — это очень опасное дело. На первой неделе можно разгоняться без проблем, в начале второй недели тоже обычно можно разгоняться без проблем, но с конца второй недельки и на третьей там вы уже смотрите по особенностям шаблона, насколько далеко соперник находится, через таверну отслеживаете, насколько он быстро или медленно развивается. В общем, очень много информации нужно анализировать, и на основе этого анализа уже может где-то рискнуть, где-то сыграть на опыте. Но это уже, опять же, придет со временем, далеко не сразу. И не забывайте в конце хода через клавишу G проверять, какой герой у вас светится, устраивает вас это или нет. Если не устраивает, то быстренько армию перекиньте на какого-то другого героя и не палите своего главного героя. Начиная со второго дня, кликая клавиши G, постоянно соперник уже не сможет отслеживать, какие у вас герои появляются. Эта фишка работает только на первый день. И то, если ее не пофиксили. Ну, вроде пока что я не слышал об этом. Помимо этого, понятное дело, вы ходите позже, и вы уже видите, что у соперника, вот, например, сколько-то героев есть. Хорошо. Вы тоже начинаете разбегаться, покупать героев со своей стороны. Ну, тут, ладно, мы тупанули. Купаем побольше героев. Пытаемся разбежаться адекватно, чтобы тоже принять решение, играть или не играть тот или иной расклад. И покупая каждого героя, не забывайте нажимать клавишу G, чтобы смотреть. У соперника героев все еще больше, то есть у него больше, чем 2 героя. Хорошо. Но это пока еще мало о чем говорит. Смотрите дальше, покупаете еще героя. Опять же нажимаете клавишу G и смотрите, вы сравнялись. Все, автоматически вы понимаете, сколько героев есть у соперника. От количества героев обычно зависит жирность расклада. Чем больше героев соперник копил, тем больше золота ему накидало. И тут вы уже трижды подумаете, играть или не играть вам тот или иной расклад. От этого может многое зависеть. Поэтому синий может дождаться, когда у красного не останется рестартов, а потом со своей стороны спокойненько все это дело разыграть. Также, когда синий играет после красного, вы сразу же увидите, что соперник захватил второй город. У него вот здесь вот красный флаг будет на первом месте находиться, а ваш синий станет на втором. Вы будете знать, что город захвачен. Таким образом, вы можете его тоже законтрить. Причем вы его можете, ну, в начале игры, пока у вас один город, контрить только по городам и героям. Смотрите, он больше купил, вы тоже можете купить больше. Смотрите, у него там все плохо. Значит, у вас все очень даже хорошо и так далее. Если вы захватите больше городов, вы еще и по экономике сможете отслеживать его ситуацию. Помимо этого, у вас появится возможность вдобавок ко всему отслеживать, как он отстраивает город по тому, какой сильнейший юнит у него будет появляться. Как только у соперника появятся виверны или ангелы, вы будете знать, что либо соперник их отстроил, либо взял улик, либо взял консерваторию грифонов, что тоже очень важно. То есть вы должны постоянно следить за темпом развития вашего соперника. И в зависимости от этого вы будете уже при получении информации анализировать, насколько вы отстаете или впереди по темпу в соотношении с вашим оппонентом. В подобных стратегиях важно еще и рассчитывать свои очки перемещения. Например, вы здесь стали. Вы должны понимать, сколько шагов вы будете тратить, а как считать шаги мы с вами уже научились. Мы знаем, сколько по той или иной местности, по той или иной клеточке будет герой тратить очков перемещений. Можем, например, куда-нибудь убежать. И герой, который у нас здесь прятался, он может просто сделать вот так вот. Захватить шахты, стать на место. Синий посмотрит, что у него шахты забрали, например. Попробует их вернуть себе назад, чтобы они не достались сопернику. Но красный, в свою очередь, может продолжать издеваться. И точно так же возвращать их и садиться на место. Понятно, что эти бонусы будут все равно приносить синему. Но вы, во всяком случае, будете одного из героев соперника заставлять стоять здесь и заниматься ерундой, вместо того, чтобы куда-то бежать и чем-то заниматься. Смотрите, допустим, красный игрок захватывает какие-то либо шахты, либо города, неважно. Как только он их захватил, они ему не дают никаких бонусов, и для того, чтобы эти бонусы ему пришли, ему необходимо будет сейчас подождать. Ему надо, чтобы настал следующий день. Но когда он передает ход, второй день не наступает, потому что еще этот день не отходил синий игрок. И синий игрок может на свой ход просто взять и отжать назад и города, и шахты, неважно, что там соперник себе завоевал, в том числе и внешнее жилище. И все эти плюсы с этих шахт пойдут именно синему. Вот вы можете посмотреть, все к нему. В итоге получается, что когда наступает второй день, снизу можете посмотреть, количество ресурсов у красного никак не изменилось. Он может попробовать снова пробежаться, опять забрать все эти шахты. Но синий на свой ход точно так же может опять взять и все эти шахты вернуть себе. И так может продолжаться очень долго, и синий будет продолжать получать постоянно преимущество. А красный ничего не сможет с этим поделать. Это огромный плюс для синего игрока. Была даже партия с ночным троллем, когда с помощью именно преимуществ синего игрока я отжимал у оппонента постоянно захваченные шахты. Он покупался на этот прикол, постоянно пытался их забирать себе и просто тратил время зря. А мне это работало постоянно на руку, игра затягивалась. И я все лучше и лучше уходил в экономике вперед. И смотрите, допустим, мы поехали с вами повоевать. Потратили там ману. Неважно сколько. На проведение боев пока не обращайте внимания. Мы говорить о них будем позже. Сейчас нам главное неправильно проводить бои, а правильно изучить некоторые особенности. Маны становится все меньше и меньше. Хорош. Ну и последняя мана у нас уходит сюда. Так, мы остались без маны, да, то есть красный игрок. Но у нас отстроена гильдия магов, и мы садимся в этой гильдии пополнить ману. И при этом мы с вами становимся на разгоне, да. Медленных существ мы ставим вверх, помним, да, мы таким образом разгоняемся с вами. Те, кто стоят вверху, они не учитываются у нижнего героя, поэтому мы остаемся на 5-й скорости вместо 3-й или 4-й. Будет 5-я скорость. И как сейчас может синий подловить красного? Для того, чтобы у нас мана пополнилась, должен настать следующий день. Но, как вы уже поняли, следующий день не успеет настать, по причине того, что сейчас будет ходить синий еще на этот же день, который тоже там может скупиться при желании, у которого еще мана будет не потрачена по каким-то причинам. И он может подловить. Мало того, что он сейчас будет вас атаковать с маной, а у вас маны не будет, смотрим. У Видамины 0 маны, а у вас 30. И, понятное дело, он может попробовать вас здесь перебить. Но мы рассмотрим с вами другой вариант. Вы помните, что вы разогнались на 5 скорости, как таковой, да? Допустим, что на месте Теодора был какой-то герой-лошок, который напал на вас специально. Вы скажете, а для чего лошком нападать на вот такого вот героя-соперника? А все просто. После нападения вся армия, которая была вверху, она падает в слот главного героя. И таким образом вместо 5 разгона будет 3. Потому что все то, что вы оставляли внутри города, оно упало вашему главному герою. И ваш главный герой таким образом теперь остался без разгона. Это называется сбить разгон. Видите разогнанного важного героя оппонента внутри города? Лошком атакуете, сбиваете разгон и можете дальше уже сбегать при желании. Это очень удобно. В свою очередь, если произойдет абсолютно обратная ситуация, то синий игрок успеет пополнить ману. Вот мы возьмем, например, какую-нибудь Айслен. Подъедем, в общем-то, к городу, чтобы его штурмовать. Но, допустим, мы немножко не дотянулись. Синему игроку надо сначала найти, где эту ману потратить. О, кстати, а почему бы ее не потратить прям в этом же бою? А на следующий ход приедет новый герой. Начинают подходить. И тратится вся или почти вся мана. Ну, в данном случае почти вся мана. Да? И после проведения боя вы, например, садитесь пополнять ману. Точно так же остаетесь на разгончике, например. Но прикол в том, что при передаче синим игроком хода после него уже никто не ходит, поэтому он автоматически успевает пополнить ману. Если кто-то будет, конечно, после него ходить, то он не успеет, потому что следующий игрок на этот же день еще будет ходить. А здесь, к примеру, покупается новый герой, или даже 2, для того, чтобы побольше армии было в наличии. И этот герой пытается, во-первых, сбить разгон, а во-вторых, подловить соперника, который только что на нем же потратил ману. Но каково его удивление, что Теодор уже пополнил ману полностью, потому что настал следующий день. И Теодор, находясь внутри города, может просто также магией все это дело разбивать, пытаться в пух и прах. Правда, не очень удачный пример. Здесь еще и сопротивление магии срабатывает. Пошел. Тут и башенка должным образом не отстроена. Да, ну в любом случае мана пополнена. Здесь просто неудачный пример в том плане, что и снова резист. Да, сопротивление здесь очень сильно решает. Второй раз сопротивление магии срабатывает. Ну ладно, здесь понятно, в принципе, что он выиграл. Здесь без вариантов. Надо было просто не скупаться. Тогда это было бы нагляднее видно. А так, конечно, однокалиточно получается. Попытка здесь как-то окружать, но мана не резиновая. Постоянно это делать не получится. Да, тут без вариантов. И заметьте, что герой, который находился внутри города, он погибает. А можно ли как-то сделать, находясь внутри города, чтобы ваш герой не погиб? Оказывается, что можно. Ситуация, когда вы можете сохранить героя внутри города, это когда вы играете за цитадель, и когда у вас есть хотя бы один еще город, помимо цитаделевского. Для этого в цитадельке вы отстраиваете черный ход. Черный ход как раз-таки позволяет во время битвы сбежать или откупиться, но соперник об этом может и не знать, особенно если он новичок. Сейчас мы наглядно с вами попробуем это рассмотреть. Он идет в вашу сторону, находит ваш город. Видите, что внутри города сидит герой с армией. Кстати, довольно интересный момент, о котором нужно сказать. Если вы, например, разведали карту, но не видите, где находится важный герой у соперника, важность героя можно понять по его разгону. Вот если внутри города вы увидите одного архангела, одного ангела, одного ифрита, это значит, что на этом ифрите, ангеле, архангеле, ну каком-то очень быстром и при этом сильном юните разгоняется какой-то важный герой. Навряд соперник будет раздавать ложкам хорошую армию для того, чтобы просто бегать по карте, воевать и при этом рисковать этой армией. Хотя бывают такие случаи, но они довольно реже встречаются. Вы можете просто пробежать по городам оппонента, правой кнопочкой покликать и, увидев серьезный разгон внутри города, понять, что этот важный герой находится в том или ином городе. Например, не единожды можно было видеть ситуации, когда игрок нажимает клавишу G и видит, что не светится главный герой. Раз главный герой не светится, значит ситуации две. Ну, точнее, три. Первый — это главный герой где-то потерян. Второй момент — это главный герой сидит внутри города. И третий герой — где-то он разогнан на карте. Вот если на карте его не видно, значит он где-то разогнан внутри города. И точно так же по разгону сильно вы можете понять, важен этот герой для соперника или нет. Так вот, вы атакуете этого героя. У Крэга в этот момент, например, есть тактика. И он, даже не вступая в битву, может сразу же начинать сбегать. И таким образом город-то у вас забирают, но пока к вам, например, куда-то едут, вы просто берете и... Так, тут таверна есть, отлично. И в таверне Крэга снова вы купаете во втором городе, и продолжается, в общем-то, игра. То есть герой полностью даже не потерян. Еще один вариант также имеется: не потерять героя, находясь внутри города. И этот метод называется подпорка или подпереть героя. Смотрите, у нас, например, есть Теодор, который садится внутри города. Если мы здесь же, внутри города, оставим еще одного героя, но внутри. Вот таким вот образом. Вот у нас есть герой внутри, который сидит, Кира, а есть герой, который снаружи, Теодор. Внешне кажется, что в этом городе есть Теодора, внутри, конечно, видна единичка, что может навести опытного игрока на то, что соперник подперся, и внутри есть все-таки герой с единичкой, а Теодор всего лишь находится снаружи. Но неопытного игрока таким образом можно провести. То есть неопытный игрок... Ну, допустим, у него много армии в наличии, да, подбегает, смотрит, герой находится, думает, вот сейчас я его подловлю. Раз он находится внутри города, значит он не может сбежать, и автоматически, если он проигрывает битву, он теряет своего главного героя, ему придется сдаваться. Вы его атакуете, думаете, сейчас я завечусь, но здесь наступает ход Теодора. И посмотрите, кнопочка «Откупиться» есть, кнопочка «Сбежать» тоже есть. Магии, к сожалению, ударной нет, можно было бы еще и магией ударить, после чего просто взять, откупиться и все. И таким образом синий игрок остается с носом. Он пытался только что убить главного героя соперника, но главный герой соперника, даже находясь якобы в замке, просто из-под носа сейчас взял и ускользнул. Ужасная ситуация для синего, конечно. Но есть еще более неприятные ситуации, которые с некоторыми своими соперниками, и я в том числе, проводил, и мы сейчас с вами их тоже рассмотрим. Это ситуация из разряда кошки-мышки. Допустим, у вас есть герой, Теодор некий, да? Который бегает с какой-то армией, и ну, по какой-то причине он решил скупиться полностью, чтобы поехать воевать. Неважно. И даже не так. Допустим, вот этой армии даже нет. Чтобы быть на более быстрой армии, да, он там разведку провел и, например, куда-то побежал. Куда-нибудь сюда, например. И наступает ход синего игрока. Синий игрок, бегая где-то, обнаруживает, что ваш главный герой находится здесь. И вы таким образом отвлекаете соперника. Он хотел бы у вас забрать город, и он, может быть, даже понимает, что город находится рядом. Но он не может сейчас туда бежать, потому что, ну блин, сколько раз бывает возможность догнать этого героя, да? Но допустим, что у него не хватило очков перемещения, и он остановился там за ход или за два. Вы в этом случае можете попробовать его еще дальше отвести от города. И таким образом, чем дальше он будет бежать за вами, тем дальше он будет отходить от того места, где там ваши герои бегают, ваш главный город находится и так далее. И он со своей стороны постоянно, видите, бежит и уже не догоняет, потому что у него разгон хуже. У него разгон на 4-й скорости, у вас разгон на 6-й скорости. Но рано или поздно, допустим, Теодор зашел в тупик. Все. Дальше, допустим, он никак не может развернуться, не знает, куда бежать, куда бы он ни побежал, но синий игрок его будет догонять. И синий игрок будет думать: ладно, наконец-то я его подловил. Но он забудет о том, что, например, первая скорость будет у вас. Давайте удалим грифонов. Вот, у него юниты самые быстрые 4-й скоростью, а у вас юниты самые быстрые с 6-й скоростью. А в бою первыми ходят те, у кого выше скорость. Вот он вас атакует, но ходите первыми вы. И вы просто откупаетесь на нем. Соперник после этого начинает бежать назад и пытаться захватить ваш город. Ну а вы таким образом выиграли много времени. Снова покупаете своего героя в таверне, но при этом оказываетесь дома. По сути, только что вы сделали разбивку главного героя на героя-соперника. Мало того, что вы его увели за собой далеко и выиграли время, да? И показали ему не то направление, по которому ему надо было бы идти. Он увидел вас снизу, поэтому подумал, что вы где-то и обитаете снизу. А на самом деле за вами надо было бежать влево, там у вас вообще был пустой город. Поэтому он вам сделал одолжение. Он дал вам время другими героями походить, там экономику улучшить, город отстроить и так далее. И пока он до вас добежит, вы уже будете дома. Возможно, успеете даже ману пополнить. И по сути вы за 2500 золота, ну плюс откуп, если вы не сбегали, а именно откуп нажимали, вы оказались дома. То есть ему придется бежать там 2-3 дня, например, до вашего города, а вы за один день сразу телепортировались за заплаченное золото домой, что очень и очень удобно. Но опять же, в этом случае внимательно следите за первой скоростью. Первая скорость для вас жизненно необходима. Если у вас нет первой скорости, тогда вам нужно выжить после первых ходов оппонента, чтобы до вас во время боя ход дошел. Если ход не успеет дойти, например, у него быстрые юниты, которые сразу вас убивают, или он дает экспертное ускорение, при этом наваливается всеми своими войсками и тоже вас убивает, эта фишка, конечно же, не произойдет. Поэтому она встречается не так уж и часто, но в каких-то моментах она реально может спасти вам жизнь. Раз уж мы с вами заговорили о разбивках, то давайте рассмотрим варианты с разбивками еще немножечко. Допустим, у вас был некоторый Салмир. Он поехал куда-то там воевать, неважно куда, где-то там побегал, повоевал и так далее. И ему с этого места надо попасть в какой-то из этих городов, например. Но как это сделать, не совсем понятно. И быстро телепортироваться в какое-то место. Или даже вернуться домой, например, быстро надо. Для этого вы каким-нибудь героем забираете всю армию, которая нужна. Оставляете соперника на какой-нибудь армии, неважно. Но либо эта армия должна выстоять в первом раунде, даже если выпадут нейтралом мораль в бою. Вот, например, у копейщиков вы знаете, что у них 4-я скорость. За счет травы у них будет 5-я скорость. 5-я скорость. Если заходит мораль, они пробегают вместо 5 клеток уже 10. Но для того, чтобы добежать до вас, им надо порядка 13-12 клеток, да, в зависимости от того, одноклеточное у вас существо или двухклеточное. То есть вы в итоге берете, атакуете. Вам предлагают проиграть, вы отказываетесь. Вот они начинают ходить, вы сбегаете. Это называется разбивка. И ваш герой, который забрал армию, сейчас попробует армию передать куда-то дальше, да? Подвозит ее куда-нибудь сюда, здесь ее забирает пикедрам. И пикедрам едет, захватывает, например, этот город. Здесь, в этом городе, вы строите таверну. И в этой таверне выкупается ваш главный герой. Получается ситуация, при которой вы опять же за золото телепортировались на довольно-таки большое расстояние. Вы побежали вправо, побегали, повоевали, там снизу побегали, повоевали. На одной из охран разбились и оказались вообще в другой части карты своим героем за 2500 золота. Именно столько стоит покупка героя в таверне. Также можно было использовать для выкупа вот эту вот таверну. То есть можно было разыграть немножко иначе. Заходим в таверну, покупаем героя, например. Тоже по какой-то причине сейчас у вас заберут этого героя, точнее эту армию. Нелла поедет, разобьется. Зомби они медленные, и плюс у них морали не может быть. Так, опять же, успевайте сбежать. После чего будете тарабанить армию дальше. Добегаете до таверны. Здесь покупаете Неллу. Теодор передает на нее армию. И Нелла начинает ходить дальше, поскольку она много очков перемещений со своей стороны сохранила. Тоже добегает до какого-нибудь города. Там в этом городе разгоняется и так далее. То есть и... внешнюю таверну можно использовать для удлинения цепи из героев. И можно использовать разные города. Чем больше у вас будет городов, тем больше возможностей выкупить вашего героя после разбивки в одном из них. И быстро перебрасывать своего героя куда-нибудь. Это очень и очень удобно на самом-то деле. Например, если на вас будет ехать соперник... и вы видите, что ваш город в опасности, вы точно так же можете героя где-нибудь разбить, забрать у него армию, по цепочке армию передать сюда в главный город, здесь выкупить главного героя и уже сидеть в замке и ждать соперника с распростертыми руками, вывесить какую-нибудь вывеску типа «Welcome», «Милости просим», и ждать финального боя. Но давайте также рассмотрим и основные ошибки, которые делают новички при игре с разбивками. Да, разбивка это круто, оно позволяет очень сильно ускориться, но делать это надо тоже с умом. Вот у вас есть какой-нибудь герой, допустим, Иона, да? Теодор у нее забирает армию, и ваша Иона решает поехать на разбивку. Но разбиваться ей приходится на охране, которая гораздо быстрее ее стартовой армии. Какие-нибудь фениксы. У вас не получится на ней разбиться. Смотрите. вам сразу предлагают сбежать. Если вы нажмете кнопку, то ваш герой пропадет. Поэтому вы отказываетесь, но эти войска с первого раунда долетают, поэтому без шансов, и вы просто теряете главного героя. Потеря главного героя — это практически поражение, за редкими исключениями. Поэтому здесь нужно играть по-другому. Как же разбиваться на тех охранах, которые гораздо, просто в разы быстрее вас? Для этого необходимо, чтобы у вашего героя, ребят, была тактика. Тактика позволяет разбиваться на абсолютно любых быстрых юнитах. Неважно, они там моралятся, не моралятся, как они там ходят, но тактика позволяет расставлять войска перед боем. Поэтому вы можете во время этой расстановки сбегать еще до того, как сам бой начнется. Разбивку с тактикой мы с вами посмотрим наглядно. Вот у нас есть герой с тактикой, например, Теодор, да, который прокачал тактику в определенный момент. Какой-то герой у него забирает всю армию. Когда у вас есть тактика, вы можете оставлять вообще максимально даже медленных и ненужных вам юнитов. Теодор, в свою очередь, находит охрану для разбивки тех же фениксов, да? И вам точно так же говорят, что типа вы проиграли. И не дают возможности даже сбежать. Отказываетесь и идете в битву. И идет фаза расстановки. Видите, вы можете расставляться. Сюда встать, сюда, сюда и так далее. Но до тех пор, пока вы не начали начать игру, и битва не начинается. Но даже когда битва не начинается, у вас есть кнопочка «Сбежать». Поэтому вы отступаете. В таверне выкупаете своего героя. И автоматически, даже пробежав такое большое расстояние, вы оказываетесь дома в одном из городов. Этот момент тоже можно очень часто использовать себе в большой плюс. Пришло время поговорить о игровых горячих клавишах. Горячие клавиши — это клавиши, которые позволяют выполнять одно действие нажатием одной клавиши. Иногда это даже не одно, а несколько действий, которые раньше нужно было много раз и долго выполнять какое-то действие. Сейчас это можно делать гораздо быстрее. Есть горячие клавиши, которые были изначально в оригинальной версии игры. Есть горячие клавиши, которые уже добавил непосредственно Бораторч, который является разработчиком HD-мода, о котором мы с вами, в принципе, ведем речь в третьих героях. Итак, сначала поговорим о горячих клавишах, которые есть на карте. Если у вас на карте есть города, в которых есть таверна, то, нажав английскую клавишу G, вы вызовете открытие логова воров, вот как в данном случае. Также, зажимая клавишу F5, у вас будет появляться вот такое меню. Через Escape, либо нажав что-нибудь, можно его закрыть. Либо же нажать шарик мышки, точно так же будет появляться это окошко. Можно точно так же включать-отключать игровую сетку. Можно заходить в то же самое логово воров. Можно заходить на рынок, если хотя бы в одном городе рынок есть. Но у нас рынки нигде не построены. Давайте вот хотя бы один рынок поставим. После этого, переходя на рынок, вы будете попадать именно на него, что тоже, как я считаю, довольно-таки удобно. Также для Dimension Door вы можете видеть, на какое расстояние вы сможете прыгать. Во время хода соперника даже можно все это дело проверять, что очень удобно. И вы можете там сидеть для себя, просчитывать, куда вы успеваете добежать, куда не успеваете. Все это просчитывается, скажем так, до мельчайшего шага. Ну и есть кнопочка повторения хода, для того, чтобы повторить действия оппонента. Но для этого оппонент должен как-нибудь походить. Ну, мы с вами можем более наглядно сейчас, конечно, все это дело проверить. Мы можем походить красным игроком для начала. А потом на ходе синего игрока, в общем-то, нажать повторение хода. Ну, здесь у нас стоит очень быстро. Давайте скорость врага поставим очень медленной. Да что ты будешь делать? Ну, слишком быстро все равно показывается. Но в любом случае движение этого героя видно, что не может не радовать. Тогда мы можем пробежаться в обратном порядке. Посмотреть даже, как город отжали. Вот давайте на ходе теперь красным посмотрим, как это происходило. Тоже, кстати, довольно быстро. Такое ощущение, что будто не сработало. Давайте скорость героя тогда уменьшим. Вот только при уменьшении скорости героя мы с вами смогли замедлить и посмотреть в замедленном виде, что же происходило, чтобы нигде ничего не пропустить. Особенно важны такие появления при появлении того или иного героя с портала даже. Вот вы можете забежать каким-то героем внутрь портала, выглянуть и спрятаться, например. Теперь, когда ход будет у синего игрока, он нажмет повторение хода, он увидит, что какой-то герой забежал в портал, выглянул с него и опять забежал внутрь. Таким образом, этот герой может находиться внутри портала. Это очень интересный момент. И опять-таки можно соперника на этом ловить. Если какой-то соперник не посмотрел, что находится в портале, и не нажимал эту кнопочку повторения хода, то он за это может очень сильно поплатиться, ребят. Он может, например, купить какого-нибудь героя-разведчика и поехать в портал, но не зная, что там находится другой герой, автоматически попадет на вот такую вот битву. Помнится, и я не раз натыкался на такую ситуацию. Иногда бывает, что герой вообще на какой-нибудь единичке бежал, разведчик натыкается на армию оппонента, которая стоит на портале, но с обратной стороны, и ты забыл нажать кнопочку повторения хода и думаешь, ну блин, ну как так, просто отдаешь героя на ровном месте. И соперники попадались на такие же возможности. Делается это по нескольким причинам. Во-первых, с обратной стороны портала можно героя ставить, чтобы соперника застать врасплох. Второй момент, это там ставится какая-нибудь охрана с обратной стороны портала для того, чтобы не пропустить никого из разведчиков или главного героя оппонента, который даже если убьет эту армию, то потеряет и часть своей, которую вы магией убьете. Поэтому лучше так на портале ставить не обычных каких-нибудь героев-воинов, а именно магов, которые могут магией закидать какую-то армию оппонента. Это очень важно. Поэтому вы можете тоже с обратной стороны портала ставить каких-то героев и использовать себе это серьезный плюс. Почему бы нет? Вы таким образом блокируете сопернику целое направление. И это может в определенный момент оказаться серьезным плюсом. Еще из горячих клавиш можно выделить, например, то, что можно менять героев здесь в списке. Например, у вас есть какие-то важные, например, Кира, и вы хотите ее поставить выше в списке. Зажимаете клавишу Alt и кликаете на нее. Она автоматически станет выше. То есть, например, вы можете таким образом расставить нужных вам героев по высоте. Причем заметьте, что они меняются местами. То есть, если вы кликаете по третьему герою, то первый уходит на его место. Если по второму герою, то первый со вторым меняется. То есть первый всегда меняется с тем, на которого вы кликаете при зажатой клавише Alt. Точно так же меняются и города. Вот второй Териф, первый Экуинокс, например. Кликаете, теперь смотрите, первый Экуинокс, второй Териф. Для удобства, в принципе, это тоже в какой-то момент для вас может и пригодиться, почему нет. Еще одной интересной особенностью горячих клавиш является то, что вы можете шариком мышки прокручивать количество героев и прокручивать количество городов, если они не влазят. Ну, у меня стоит большое разрешение экрана, поэтому героев прокручивать не получится, все 8 вмещаются, а вот городов у нас больше 7, поэтому их, в принципе, можно прокрутить. Для этого нужно выделить любой один из городов. Да, и после этого вот так вот мышкой прокручивать вверх и вниз. Это может вам очень сильно экономить время. Ну а по героям, в принципе, здесь прокручивать нечего, но если у вас разрешение экрана по высоте будет довольно маленькое, то у вас герои тоже не будут вмещаться, и их можно будет точно так же, как города, прокручивать шариком мышки. Быстро открыть рынок, если у вас хотя бы один рынок отстроен, в нашем случае он не отстроен, можно клавишей B на клавиатуре. Зажимаете эту клавишу, автоматически открывается рынок. Это на клавише с русской буквой «И». Далее рассмотрим с вами окно героя. Когда один герой нажимает по второму, и у них открывается окно передачи армии, то теперь смотрите, нажимая по вот этим стрелочкам, вы можете передавать нужные стеки сопернику, но при этом одна единичка у вас в любом случае должна будет остаться. При этом есть кнопочка посередине в виде двух стрелочек, нажимая на которую вы будете меняться всеми армиями. То, что было у одного, станет у второго, то, что было у второго, станет у первого. Также есть кнопка «Передать всю армию», остается только самая слабая единичка. Точно так же и наоборот. Передается все, остается только самая слабая единичка. Также можно передавать сопернику единички. Зажимаете клавишу Ctrl и видите, что кнопки немножко меняют свой вид. Вот при зажатой клавише Ctrl вы передаете сопернику единички в каждый слот. Можно все это дело вернуть. При зажатой клавише Alt вы передаете всю армию, кроме единички из того стека, который вы зажали. Точно так же зажимаем клавишу Alt, нажимаем, и остаются, видите, стрелки, под которыми мы нажали. То есть, например, хотите для разгона оставить здесь горгулек, зажимаете Alt, нажимаете на стрелочку под горгульками, останется единичка горгулек. Очень удобно, как по мне. Ну и есть еще клавиша Shift, которую если нажать, и нажать, например, на гремлина, то у вас с этого стека будет передаваться тоже единичка, но если при зажатом контроле эта единичка передается в каждый новый стек, то при зажатом шифте эта единичка передается в один единственный самый большой стек. Ну, опять же, для кого-то это может быть очень и очень даже удобно. В этом же окне, ребят, можно обмениваться артефактами. Вот есть кнопочка «Поменять все артефакты». Но если, например, на одном были одни артефакты, на втором вторые, вы просто меняете их местами. Также есть кнопочка «Передать все артефакты». Точно так же «Передать все артефакты». Вместе с артефактами передаются и боевые машины. Баллиста, палатка первой помощи и подвозка боеприпасов. Точно так же есть клавиша F10, которая меняет всю армию. F10. И клавиша F11, которая меняет все артефакты. Что тоже очень быстро. Не вручную, как это надо было делать раньше, а гораздо быстрее. Сейчас все это дело происходит. Если вы себя приучите к горячим клавишам, то очень сильно будете экономить и свое время, и время оппонента. А с учетом того, что сейчас в основном все-таки ведутся игры с таймером, то уж поверьте, это вам может очень и очень сильно пригодиться. Но если зажимать клавишу Shift и нажимать на кнопочку передачи армии, то у вас в этом случае передаются только артефакты из рюкзака, а не все. А если зажать клавишу Alt и передавать ресурсы, то, точнее, не ресурсы, а артефакты. Артефакты передаются в этом случае все. А с зажатой клавишей Ctrl передаются только артефакты, которые надеты на вас, но при этом не передаются артефакты, которые находятся в самом рюкзаке, что довольно-таки интересно. Еще один интересный момент, который присутствует, если вы положите много артефактов в свой рюкзак. С одной стороны, можно нажать на сам рюкзак и видеть все артефакты, при этом в нужный момент можно вытянуть и одеть на того или иного героя и в нужный слот. Помимо этого, выбрав тот или иной артефакт, вы можете шариком мышки прокручивать все артефакты, которые находятся у вас в рюкзаке. Тоже довольно-таки интересно. Раньше всего этого делать было нельзя и очень сильно упрощает жизнь. Также, если зажать клавишу Shift и кликать в нужном месте, то вы можете посмотреть, какие артефакты у вас есть в рюкзаке и какие вы можете одеть. Зажимаете клавишу Shift, на руку у вас есть два артефакта. Правой кнопочкой можно с зажатым шифтом все еще проверить, что одеть. Ну вот этот, например, получше. Одеваете его на грудь. Тоже выбираете лучший вариант. Шапка выбираете лучший вариант. Щиточек тоже лучший вариант. И так далее. Можно все проклацать и выбрать наилучшие варианты для вас. Что тоже довольно быстро. Чтобы не искать в рюкзаке, он у вас может быть завален полностью, да, артефактами. И смотреть что, куда, одевать и долго. Зажали клавишу Shift, быстро поклацали на все нужные места, поменяли между собой артефакты и чувствуете себя как заново родившись. Еще один довольно интересный момент. Это если у вас есть какой-нибудь герой, у которого есть тактика, вы можете отключить показ тактики. То есть если сейчас на этого героя нападет любой герой, он увидит, что у этого героя есть тактика, и на будущее будет уже к этому готов. Вот герой атакует. И смотрите, появляется вот такое вот сообщение. И герой начинает расставляться, как будет нужен. Кстати, во время тактики можно кликать на нужного героя и юнита. И расставлять их в нужном порядке. Или, например, не туда поставили, хотите так, так. Раньше надо было каждым существом походить, чтобы опять вернулся ход до нужного существа. Сейчас гораздо быстрее. Нажали на нужное, поставили куда надо, и начинается непосредственно сама битва. Зайдя в окно героя, вы видите, здесь вы можете выбрать, как ваши войска будут сосредоточены, если они разбиты на единички. Сосредоточить боевое соединение, группироваться в стороне во время битвы, или же стандартно, по всей ширине экрана. Ну вот, например, выберем нижний вариант и при этом включить тактическое формирование. Оно у нас включено, да? Вот давайте с включенным тактическим формированием сейчас проверим, как все это дело будет выглядеть. В принципе, особо ничего не поменялось, как оно было рассредоточено. Так, в принципе, и осталось. Теперь вариант номер 2. Вот эту вот кнопочку, правую, нажимаем, чтобы она стала неактивной. Таким образом у вас тактика отключается. И, нападая на соперника, вы ему покажете, что якобы у вас тактики нет. Вот, сразу же начинается бой. И соперник думает, ага, значит, у него тактики нет, значит, мне к этому особо готовиться не надо, и может себя вести так, как будто у вас ее нет. Только не забудьте ее в нужный момент все-таки включить, иначе определенных проблем вам в любом случае не избежать. Еще довольно интересный момент, что зажимая клавишу Alt и кликая по артефактам, вы их автоматически снимаете. Ну а клавишей зажатой Shift вы, понятное дело, что можете нужные артефакты одевать, если такие есть. Опять же, Shift и Alt, все те же клавиши, позволяют вам управлять окном героя. Допустим, у вас в городе находится два героя. Клавишей пробел вы можете этих двух героев менять между собой. Также меняется и армия, которая есть у них в наличии. Вот, например, таким вот образом. Очень удобно, да? Помимо этого, точно так же у героев, зажимая клавишу Ctrl, можно добавлять героев. Зажимая клавишу Alt, можно объединять героев вместе. Зажимая клавишу Shift, можно делить их пополам на одинаковые стеки. Через Alt опять же. Это действует на всех героев. И более того, ребят, это можно даже делать в боковом окне. Как вот сейчас это происходит, видите? Объединяем, через Shift делим. Снова Alt и так далее. Что довольно-таки удобно. Если у вас этого бокового окна нет, достаточно просто здесь поклацать мышкой, либо поклацать по разным героям, и это окошко опять же появится. Поэтому не обязательно даже в окно героя входить. В общем, очень много таких интересных моментов появилось, которых не было раньше. Зажимая клавиши Ctrl, Alt, Shift и кликая по нужному юниту, вы оставляете единичку того юнита, по которому вы кликнули, остальную армию передаете дальше. А зажимая Ctrl и Alt, или здесь можно просто, да, Ctrl и Alt, вы передаете один конкретный стек полностью. А вот Ctrl, Alt и Shift передает всю армию таким образом. Опять же, себя к этим моментам можно тоже приучить. Эти сочетания, они работают не только внутри города, но и если встречаются два героя, им нужно передавать армию друг другу в окне героев, да? Также есть еще один интересный момент. Если вам надо наделать быстро единичек, зажимаете Ctrl-Shift и кликаете по нужному юниту. Автоматически все свободные слоты заполняются единичками того юнита, по которым вы кликнули. Альтом соединили, или здесь, например, Ctrl-Shift кликнули, наделали кучу единичек. Тоже экономит вам довольно много времени. Но при этом не спутайте с Alt-Shift, потому что если вы зажмете Alt-Shift и при этом кликните, вам предложит удалить нужный стек. Снова-таки Alt-Shift. Но в данном случае удалить нельзя, потому что это один единственный стек. И бывали случаи, когда игроки путали комбинацию клавиш по каким-то причинам, удаляли какой-то важный стек, и даже из-за этого были на грани проигрыши, а может быть даже и проигрыши были. В общем, с этим нужно быть очень и очень осторожными и аккуратными. Также есть довольно интересная фишка, ребят, по поводу костюмов героев. Дело в том, что можно придумать определенное снаряжение. Ну, например, наилучший вариант одежды у нас есть вот такой. В этом случае мы с вами собираем даже доспех проклятого, да? И мы можем запомнить этот костюм, если зажмем с вами определенную комбинацию клавиш. Это клавиша Ctrl и цифра, например, 1. Слышали такой щелчок? Тринг. Это значит, что комбинация заполнилась. Дальше мы можем все это дело разобрать через правую кнопочку «Сборный артефакт». Собираются и разбираются сборные артефакты именно через правую кнопочку. Клавишей Alt можем все это дело снять. Нарядить нашего главного героя теперь уже по-другому. Опять же, с зажатой клавишей Shift можем одеть. Нет, не так. Вот так. Так. Ну, то есть более плохие варианты. И здесь нажмем Ctrl 2. Точнее, Shift 2. Или... Да, Ctrl 2 все-таки. И далее клавиша 1 у нас все это дело снимает. Клавиша 2 одевает первый вариант. А, то есть костюм запоминается только последний, что ли? Ну вот двоечка, она одевает. А, может быть, оно не запомнилось из-за того, что был сборный артефакт. Давайте попробуем еще раз одеть лучшие варианты, которые у нас есть. И попробуем вот таким вот образом зажать Ctrl-1. По двоечке одевается один артефакт, по единичке второй. Единичка, двойка. Тоже очень удобно, можно один, например, сборник сделать там под защиту хороший, второй под атаку хороший. Или один со сборными артефактами, второй без. Но что-то как-то со сборными артефактами здесь не запомнило. Ну, возможно, я что-то делаю не так. В этом плане можете вы поэкспериментировать. Вам домашнее задание, и отписаться по этому поводу в комментариях. Также интересный момент, что если вы, например, запомнили какой-нибудь костюм, например, клавишей Shift 1, и потом собрали другой костюм и опять нажали Shift 1, то вы таким образом первый костюм перезаписываете вторым, и первый уже не будет появляться через зажатую клавишу 1, 2, да? И смотрите, вот это вот запоминание, оно работает не для каждого героя по отдельности, а для всех героев, которые есть у вас. То есть независимо, кому вы будете передавать все артефакты, любому герою, который у вас был, будет, есть, вы зажимаете точно так же клавишу 1, 2, и все это дело должно будет меняться. Мы можем с вами все это дело продемонстрировать. Надеваем костюмчик на второго героя. В данном случае это Айн. Пробуем здесь клавишу 1 и 2, и видите, артефакты отлично меняются. Вы скажете, а что если не будет хватать нужных артефактов для того, чтобы одеть? Вот, например, единичка, двойка одевается, а единичка теперь нет, потому что не хватает артефактов. То есть, если не хватает даже одного артефакта, кстати, а вот интересный момент, а если будет не хватать там буквально одного артефакта, оденутся ли остальные? Давайте проверим. Смотрите, двойка, единичка. Да, ребят, даже если одного артефакта не хватает, остальные артефакты все равно оденутся. Блин, ну это прикольно. Реально благодарочка Бараторчу. Прикольная фишка. После первого видеоурока мне задавался вопрос по поводу того, а у нас не появляется переигрываемая быстрая битва. Возможно, ребят, у вас старая версия HD-мода, в этом случае надо ставить галочку, вот примерно вот здесь, где еще опции, там переигрываемая быстрая битва. В новой версии это все дело уже встроено, ничего нажимать не надо. Вот как здесь, например, вы подрались, да? Не хотите отступать, начинается бой, вы его быстро, например, и заканчиваете, вам опять предлагают отступить, вы можете отказаться. Но при этом делать это можно не бесконечно, а один раз. Для того, чтобы это было бесконечно, вам нужно в одиночном режиме, а не так, как у нас было создано, попробовать напасть, и можно воевать сколько угодно в этом случае. Вот, нападаете на охрану, отказываетесь от потерь, опять там каким-то образом повоевали, быстро закончили битву, опять отказались от потерь, попробовали еще раз сыграть как-нибудь по-другому. Какие-нибудь такие потери там, трын-трын-трын-трын там. Смотрите, 20 феек потеряли. Отказываетесь от потерь, говорите нет. Я буду пробовать по-другому, как-нибудь разобраться здесь. Заходит моралька. Тогда были потери 20 феек, если вы помните. Во время второй битвы вы потеряли 13. Не устраивает, нажимаете еще раз и так далее. И сколько угодно раз можете переигрывать. Ящичек Пандорки можно взять, подкачаться, ну и так далее. Что, ребят, для этого видеоурока, я думаю, что этого более чем достаточно. Довольно обширный видеоурок с большим количеством разных ухищрений, игровых моментов было. Думаю, что каждый найдет для себя что-то новенькое, что-то интересное. Я говорю, конечно же, сейчас о новичках. Ну а у меня на этом все. Если видео понравилось и там было что-то интересное, обязательно ставьте лайк. Обязательно пишите комментарии. Именно так я буду знать, что нужно продолжать снимать нечто подобное. В противном случае я просто перестану это делать. Ну и... следите за анонсами в группе ВКонтакте, поддерживайте развитие канала, играйте в герои. С вами был Армак, всем пока и спасибо, что смотрите.